работа органов внутренних дел всегда в центре внимания всего общества. Да, я лично столкнулся, не будем скрывать, я 2 месяца ждал ответы на вопросы нашего корреспондента. Информация рознь. Мы к ней, конечно, относимся очень осторожно. Одно дело, когда эту информацию дали люди, не имеющие к этому отношения, просто как посредники, да? А другое дело, когда это даем мы. Статистику можно изменить или сокрыть какие-то факты? Смерть вы никак не скроете. Выезд на встречную полосу, скоростной режим. 2 таких основных нарушения, из-за которых у нас сегодня тяжкие дорожно-транспортные происшествия. Чем круче машина, тем больше шансов, что он проезжает. Я обратила внимание на 2021 год. Там, кстати говоря, наблюдался спад вот ДТП со смертельным исходом. Самый лучший результат. Да, и вот сейчас вот тоже шло в 2022 году нормально, но вот летом произошли вот очень жесткие ДТП, и нас они все напугали. Думал, неужели мы возвращаемся к тому, что было? Это вся проблема, она не только проблема системы МВД. Это проблема наша с вами, и нам надо вместе решать. Да. С 15 года самый тяжелый был. В 16 году 80 человек погибло. Дальше. В 17 году 67 человек, в 18 64, угу. В 19 56. В 20-м 57, в 21-м 42 человека. Мне интересно участие женщин в ДТП. Дамы не уступают сильному полу. Связано с чем? Первая проблема это парковка, во время парковки дорожно-транспортные происшествия. Вторая – это плохие погодные условия. Оценить дорожную ситуацию сложно нашим дамам. Они чаще всего не справляются здесь с погодными условиями, с управлением транспортными средствами и съезжают с проезжей части. И не совсем внимательны при маневрах разворота. Вот такие имеют... Не забалтывайте тему. Давайте фактами. Сколько ДТП совершили женщины? Заработная плата. Какая она вот у сотрудников ГАИ? Раз. И еще, насколько они обеспечены? Я всю жизнь думал о том, что как бы мне вернуть оперативника на его поприще. У нас сегодня оперативники минимально задействованы и занимаются несвойственными функциями, они занимаются чисто своей оперативной работой. А самое главное, вот что могу сказать, что основные криминальные группировки, практически там с вот этими проблемами, они сегодня как бы разобщены или же задержаны. Тоже замечаем, что... Над очень нами не давлеют какие-то ужасные преступные группировки, которые, скажем так, все эти годы стращали население, общество. В целом динамика у нас очень хорошая. В Абхазии основные преступления по направлениям совершают практически одни и те же люди. Фон, который криминально ориентированные люди несут, они якобы там вот им трудности такие пережили, что вот они за счет этого авторитет приобретают. Нет, там трудностей не должны быть. Если он хочет в этом социуме жить, так называемом, не хочу называть этот социум, вот, но мы найдем ему тоже место, как он будет сидеть и совсем в других условиях. Надо говорить правду. И нам нужна тюрьма, вот как сказал президент, мне очень прям близко было, что она не должна в драндах быть, она должна быть в латах. Куда дорога одна и ехать 3 часа. Вы серьезно зашли туда, в эту тюрьму, чтобы поменять обстановку? Мы серьезно думаем, что там надо поменять, да, ну... ищем пути их решения. А заходить просто так и ничего не изменить, я считаю, это неправильно. Вип-камеры остались? Заключенные умело пользуются интернетом, умело в кавычках, потому что они регистрируются в соцсетях, чаще в Фейсбуке под анонимным ником. И делают информационные вбросы. В общем, не секрет, что иногда, значит, имеют место факты использования сотрудниками милиции незаконных методов для добывания информации. Я нахожусь в должности. Вот сколько мы раскрыли тяжких преступлений. Вы, наверное, слышали от кого-нибудь жалобу, что там... применили к нему меры физического воздействия и так далее. По современной технологии, то есть насколько они внедрены в МВД, то есть как они используются. Мы создаем целое управление технического обеспечения, то есть это люди
будут заниматься именно в сфере высоких технологий. Главное внимание сегодня все-таки должно быть направлено на решение, насколько возможно, на профилактику двух больших проблем – ДТП и наркотики. Наркотики и ДТП. Я даже не знаю, что страшнее, что хуже, что опаснее для нашей абхазской молодежи.